50 – это только начало. Это новый этап взросления. Твой опыт решает любые задачи без шансов на поражение. Ты о жизни многое знаешь. Знаешь ты, как добиться успеха, как детей воспитать благодарных. Возраст ни в чем не помеха. Юбиляра высокое звание – это стимул для шага вперед. Пусть все планы, мечты и желания в юбилейный исполнятся год. 1969 год. 12 декабря. В поселке Ильялово Солнечногорского района Московской области в простой рабочей семье появилась на свет наша именинница – маленькая Алла. Детство и юность нашей именинницы пришлись на сложные для страны времена. Испытания и трудности закалили характер молодой Аллы. Жизнь научила стойкости, настойчивости, трудолюбию и дисциплине. Студенческие годы – годы трудовой практики, лучшие годы в жизни молодой девушки. Об этом говорили, говорят и будут говорить. Ведь когда мы можем быть такими веселыми, счастливыми и отчасти беззаботными? Встречи с друзьями, первая любовь, пронская дискотека – все это было в жизни советской девушки Лавровой Аллы. 1990 год. В жизни нашей именинницы происходит главное событие в жизни любой девушки – венчание и свадьба. Избранником Аллы становится статный светловолосый красавец Александр Штыбин. С ним они познакомились еще в детском возрасте, жили в соседних домах и учились в одной школе. И они прожили вместе счастливую, яркую, интересную жизнь, всегда помогая друг другу и оберегая. Единственная дочь Дарья воспитана в любви и ласке родителей. Целеустремленно и находчиво, как и учили родители, выпускница Московского государственного университета имени Ломоносова имеет 2 красных диплома. Свою жизнь Дарья связала с прекрасным, ответственным мужчиной Геннадием. Именно этот любящий союз и подарил нашей имениннице 2 прекрасных и горячо любимых внучек. Александра, которая как луч света появилась в семье 5 лет назад и стала для Аллы смыслом жизни, который так нужен был в тот непростой отрезок жизненного пути. Невероятно милая, озорная, требовательная и зажигательная девочка ни минуты не дает скучать своей любимой бабулечке. И Стефания еще большим солнечным светом наполнила жизнь Аллы 1,5 года назад. Бесконечно ласковая, внимательная и смышленная девочка радует свою бабушку изо дня в день. Именно им она посвящает все свое свободное и несвободное время, да и в целом всю жизнь. Работает Алла Евгеньевна экономистом в Московском государственном университете имени Ломоносова на факультете Высшая школа современных социальных наук. Коллеги отзываются о ней как об ответственной, исполнительной и пунктуальной сотруднице. Очень уважают и ценят ее. Заботливая дочь, преданная жена, любящая мама, обожающая бабушка, верный друг, примерный работник – все это и не только и есть наша Штыбин Алла Евгеньевна. И сегодня ей 50. А это всего лишь цифра. Это лишь число оборотов планеты вокруг светила. Но то, что есть у нас внутри, тот стержень, который позволяет нам вершить дела и передавать опыт будущему поколению на годы вперед, это и есть определяющие качества в человеке. Наша дорогая именинница Алла – яркий пример внутренней силы, силы духа и характера, доброты и искренности. Именно эти качества позволяют ей воплощать в жизнь новые планы, новые свершения, новые победы. Поздравляем! Счастья! Здоровья! Успехов! Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. С днем рождения! Счастья вам и здоровья! Дорогая Алла, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, всех благ и всего-всего самого лучшего. Отдыхай на лучших пляжах, фигу покажи судьбе, и чтоб старость даже рядом не приблизилась к тебе. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Поздравляю тебя с днем рождения! Что пожелать, не знаю. Каждый хочет в жизни своего. Но я желаю тебе
просто счастье. Пусть будет понемногу, но всего. А я тебе, Алла, желаю, Штыбин Алла. Это Витя Штыбин тебе желает. Много-много здоровья. А все будет само собой. Вот и все. Здоровья тебе. С днем рождения. Здоровья. Чтобы детки жили здоровыми. И в гости к нам приезжают. Моя хорошая, с днем рождения тебе, с юбилеем. Дай Бог тебе здоровья. И всего-всего самого наилучшего в твоей жизни. Чтоб все было хорошо, отлично. С внуками поздравляю. Где двое, а у меня уже правнуков 8. Дорогая Алла, от души поздравляем тебя с замечательной датой твоего юбилея. Желаем оставаться на долгие годы здоровой, привлекательной, счастливой и окруженной любящей семьей и друзьями. Будь всегда веселой и успешной, и обаятельной. Счастья тебе! Дорогая Алла Евгеньевна, поздравляем вас со славным юбилеем. Желаем вам здоровья. Всегда хорошего настроения. Семейного благополучия. Замечательных детей, послушных внуков. Уютного дома. Поздравляем! Уважаемая Алла Евгеньевна, разрешите вас поздравить в стихотворной форме. Вы ж сен, как муравейник. Студенты, пары, все гудит. День социолога и посвящения. И мысль научно летит. Все это наша общая заслуга, большой и кропотливый труд. Но внеучебную работу без вас нам не построить тут. Я поздравляю вас сегодня, желаю счастья, радости, любви. С днем рождения, Алла Евгеньевна. У ваших ног пусть будут самые красивые цветы. Алла Евгеньевна, от всего сердца поздравляю вас с юбилеем. Очень рад, что у меня есть такая возможность работать с вами. Благодарю вас за понимание, за то, что вы всегда входите в положение, помогаете. Вот. Желаю вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья, потому что это самое главное. Все остальное у вас есть и будет. В общем, всего вам самого наилучшего. Ал, привет! Привет! Ал, мы типа хотим поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе всего самого наилучшего, процветания, долголетия. Успехов в работе, в воспитании подрастающего поколения. Ну и всего самого-самого наилучшего. Мы помним, как вместе рядышком жили, как дружили, как общались. Все мы это помним. Хотим сказать тебе, что... Помогай. Что мы про тебя не забываем даже на расстоянии. Сал, я знакома с самого своего детства, уже, наверное, 25, наверное, даже побольше. В первую очередь она, конечно же, прекрасная мама, замечательная бабушка своих внучек и просто хороший, настоящий, добрый человечек. У нее есть такое замечательное качество, которым лично я восхищаюсь. Это выдержка. В любой жизненной ситуации она всегда остается спокойной. Аллочка, мы тебе все желаем, чтобы каждый прожитый твой день был лучше предыдущего. Конечно, чтобы твои любимые и родные были всегда рядом. Ну и, естественно, мы тебе желаем здоровья. И всегда оставайся такой, какая ты есть, настоящий. Алла, поздравляем тебя с днем рождения, с 50-летием. Вот. Вместе с Валей тут желаем тебе счастья, здоровья, успехов в труде. Ну, это уже полжизни, 50 лет прожито. И еще тебе таких же по 52 раза прожить. Нормально. Но остальное все, чтобы было счастье, любви, удачи в работе, ну и как остальное. Все хорошо, чтобы было у тебя. Так, я теперь, ну хорошо, я. Аллочка, дорогая, с Вашенька, поздравляю тебя с юбилеем. Вот, желаю тебе, конечно, здоровья. Здоровья тебе самой. Здоровья тебе в воспитании наших чудесных внучек. Я очень это, хочу сказать тебе спасибо большое за то, что ты помогаешь растить наших драгоценных девочек. Вот. А так самой тебе желаю, чтобы ты всегда была такая же цветущая, жизнерадостная, счастья тебе побольше. Конечно, здоровья, много-много-много здоровья. Здоровье самое главное. Да, самое главное. Ну, этот юбилей 50 лет, это еще начало.
Это самое начало. После 50, как говорят, жизнь еще только начинается. Так вот, с началом тебе новой твоей жизни. Будь всегда счастлива, любима и востребована. Целую. Мы целуем мы тебя целуем, и желаем да, тебе всего-всего-всего. Всего самого. Будь счастлива. Самого. Будь счастлива. Привет из Ставрополья. Дорогая Аллочка, поздравляю тебя с юбилеем. В твоей жизни было много хорошего и не очень. И в твой юбилей хочется пожелать, чтобы хорошего было все больше и больше. А следующие юбилеи ты встречала с радостью и восторгом. Будь счастлива, дорогая, с юбилеем тебя. Дорогая дочка Аллочка, вот и прошла твоя полувековая твоя жизнь. Был в твоей жизни трудности, взлеты и падения, горечь и радость. Вот так. Ну, что теперь сказать? Вышла ты замуж, родила у тебя красивая дочка, отучила всеми совместными усилиями бабок и дедок все вместе. Ну, потеряла ты рано мужа. Распорядилась такая судьба такая твоя. Вот, ну что ж, вывозила ты дочку, выдала замуж. Вот. А теперь воспитываешь ты своих детей, внуков, дочку, внучку, зятя вместе со всеми. Вот. Что тебе пожелать в твои 50-летие? Доброго здоровья тебе, крепкого здоровья. Терпение в жизни. Вот. Ну что ж. Ну, радости, что же еще больше пожелать. Дорогая сестренка Аллочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. Ну, больше что это сказал? Подарок от меня. Еще чушь. Ну вот так вот и сказать. Дорогие друзья, у нас сегодня Аллы Евгеньевны юбилей. Собрала всех родных и друзей. Все мы ее поздравляем с юбилеем. Ура! Счастья, здоровья желаем, чтобы в жизни ее личной было все всегда отлично, чтобы люди уважали и в гости приглашали, чтобы дети не забывали, внучки подрастали, и вот тогда-то ей будет прекрасный юбилей. Так, пусть жизнь ее течет рекою, омывая сотни берегов, и пусть всегда живет с нею надежда, вера и любовь. Так, дорогая Алла, я что могу сказать о тебе? У меня нет слов плохих и не должно быть. У меня только одно хорошее воспоминание. Я тебя помню девочкой, я тебя помню девушкой, когда ты к нам пришла. Когда ты стала нам родной, целиком и полностью. Ну а что? Терпеливая, хорошая жена, прекрасная мама, отличная бабушка. Много слов можно говорить, но они куда-то деваются, убегают от моего волнения. И хочу я тебя поздравить. Ты полвека прожила, ты набралась мудрости, ты набралась еще большего терпения, что у тебя было. Любовь к твоим детям. Твоей дочке, к внучкам. За все тебе я благодарна. Поздравляю тебя с этим юбилеем, с этой знаменательной датой. Желаю тебе крепкого-прикрепкого здоровья, счастья тебе в жизни, всего-всего доброго. Я вас всех люблю. Ну, все, не могу больше. Дорогая моя бабулечка, поздравляю тебя с днем рождения, чтобы у тебя было счастье, здоровье, красивые внучки,
что они тебя всегда-всегда слушают. С днём рождения меня, с днём рождения тебя. С днём рождения, с днём рождения тебя. Дорогая мамочка, поздравляем тебя с твоим большим юбилеем, с 50-летием. Желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, счастья, радости, успехов в работе, побольше отдыхать, не нервничать. Хотим сказать тебе спасибо большое за то, что ты помогаешь нам всегда и во всем. Вот, конечно же, мы тебя очень любим, ценим, уважаем. Здоровья, счастья, уйти вовремя на пенсию, так вовремя, как вы сами запланировали. В общем, успехов. Всего самого-самого хорошего. Мы тебя очень сильно любим. Алчик.